В Музее западного и восточного искусства открылась фотовыставка «День-2015», в которой свой взгляд на происходящее в стране события продемонстрировали корреспонденты известной всеукраинской газеты «День». Впрочем, кроме самих журналистов, в этом необычном проекте приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители. О том, каким они видят сегодняшний день Украины, в сюжете наших корреспондентов. Война и мир Украины. Такой, каким видят его журналисты и фотокорреспонденты. Ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, не забывающих о том, что каждая из этих фотографий не просто иллюстрация нашей жизни. Это и есть сама жизнь, даже если речь идет о смерти. Страницы украинской истории написаны на Майдане, где было все от кровавых слез до признаний в любви. Страницы украинской политики и сами украинские политики. Запад и Восток Украины – две части одного целого общего пространства, в котором мы все живем, и все это в представленных на выставке работах. Это очень нужная выставка, потому что она показывает нашу жизнь реально такой, как она есть. И люди должны видеть как бы такие фотографии. Я был на открытии этой выставки в Киеве, сейчас в Одессе. Чуть-чуть сокращена она, но, в общем-то, показывает все самые основные аспекты и моменты нашей жизни сегодняшней. Журналист газеты «День» Валентин Торба родом с Луганска. Он, с одной стороны, выступает как очевидец всего, что там происходило и происходит сейчас, и одновременно выступает как участник. А потому, кроме фотографий, он привез свои воспоминания, написанную им книгу, которую вместе с другими выпущенными издательством «День» можно было приобрести в рамках проекта. Я маю честь бути автором однієї з книги. Я свідок записки закупована Луганська, в якій я фактично виклав свої не просто спостереження, а я дійсно був свідком цих подій. І причому це моє рідне місто. Все ж я там народився, все життя прожив і не прагнув його полишати. Украина – день сегодняшний. Какая она? Наша страна. Разбитая, пропахшая дымом, опаленная войной. Она в чумазых личиках детей Донецка, в запаленных, уставших лицах наших бойцов. Она желто-синяя, где над золотой рожью в голубом небе просыпается солнце, где поют птицы, где мать обнимает своего ребенка, где девушка улыбается солдату, а ветеран целует маленькие пальчики девочки, подарившие ему цветы. Все это она, Украина, глазами известной украинской газеты «День». Любопытно, что каждый посетитель может найти в этих работах что-то свое, глубоко личное даже, то, о чем не всегда принято говорить вслух, а может и не надо, потому что все на самом деле сокровенное, часто понятно без слов, молча. Не знаю, я детей глаз ловит, там фотографии ребят, ну, дети с Востока, вот зацепило вот эти вещи. Те, кто воевал, застывают перед мирными сценами, те, кто не знает, что такое взрывы и смерть, вглядываются в войну. Я понял, что тут идется за то, что идет война на Украине, на Донбассе, про людей, которые пострадали от этого. Надо думать об других, вот особенно первая картина, то, что там много погибших людей от этой войны. Это и есть наша Украина, черно-белая и цветная, такая разная, но неповторимая и единая. Ее день, вчерашний и завтрашний, который обязательно наступит.